Продолжается месячник по благоустройству и наведению порядка на территории города. В этот период жилищно-коммунальное хозяйство, коллективы предприятий и организаций учебных заведений убирают прилегающие территории, принимают участие в благоустройстве города. Как отмечают специалисты службы горисполкома, вместе с благоустройством газонов и клумб, покосом травы, побелкой деревьев и бордюрного камня, необходимо обратить внимание на состояние средств наружной рекламы. Это различные щиты, бигборды, плакатницы, а также вывески магазинов. Согласно законодательству Республики Беларусь, наружная реклама должна находиться в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, не ухудшать архитектурный облик города. Поэтому обращаюсь ко всем рекламораспространителям, а также операторам наружной рекламы. Вам необходимо проверить свои рекламные конструкции, покрасить их, заменить, привести в надлежащий вид. На территории города много старых рекламных конструкций, выцветших, потерявших вид бигбордов, плакатов, которые давно необходимо убрать, заменить или же просто покрасить и придать им эстетический вид. Это задача каждого из рекламораспространителей и операторов наружной рекламы. На свои старые вывески должны обратить внимание также владельцы магазинов, павильонов, других торговых объектов. Особенно важно сделать это в преддверии предстоящего областного праздника хлеборобов, который осенью состоится в нашем городе, для того чтобы Пинск предстал перед гостями в наилучшем виде и оставил о себе самые яркие впечатления. Ведь внести свой маленький вклад в то, чтобы сделать его чистым и красивым, гостеприимным и уютным, по силам каждому из нас.